друзья, что с Михалычем случилось? Мы с ним позавтракали. Я собиралась идти косить траву, пока не сильно жарко. А Михалыч мне говорит: слушай, сейчас жара начнется. Поехали в горячий ключ. Я своим ушам не поверила. Михалыч созрел на поездку. Ну и все, и мы поехали. Минут, наверное, 30 простояли в пробке. Ну, это как обычно, М4 в районе Знаменского. Сейчас вот выехали уже возле водохранилища, стоим на дамбе и заправляемся на заправке. Прям он сильно захотел горячий ключ. Поехали, говорит, в лес. Я с собой взяла еду, приготовила гречка и индейка. Чай с лимончиком взяла и хворост вчера пекла. Вот, так что мы едем на природу. Наконец-то Михалыч отдыхать решил. Давай, говорит, в жару самую съездим, а потом вечером уже будем что-то делать. Ну и хорошо. Он с утра что-то там возился, что-то точил, вытачивал, пока я в огороде была. Вот это по-нашему, да? Мост закрыт, на ремонт проход запрещен. Тут же выпилили ячеечку. Кто побольше весит, тот не пройдет уже. Река Псекупс. А, мы в горячем ключе, я же не сказала. Мы приехали. Вообще я хотела дальше везти Михалыча до водопадов. Но там впереди тоже пробки, пробки, пробки. Я говорю, нет, все, давай. Останавливаемся. И идем в те места, где мы уже были. Купальники в машине оставили. Машину оставили на стоянке, вон там напротив, через дорогу. А искупаться хочется. Ой, уточки плавают. Ой, а тут через верх надо лезть. Ну надо же. Вон и ути-ути плавают. Вы бы видели, как я перелазила через этот забор. Нога застряла одна и все, ни в какую не поднимается. Пришлось практически в позе шпагата. Что ты обманываешь? Какая нога? Не нога у тебя застряла? А что? Другое место. На другое место. Да не, ну ногу же я не могла поднять. Так легко взобралась, все хорошо сначала было. Потом другое место застряло. Самое важное место. Михалыч хотел в лес? Получи. Тайгу хотел. Тайгу хотел, ну извини. Не, ну если мы прямо долго-долго будем идти, я думаю, что и в тайгу можно прийти. Ну где-нибудь в Канаде, да. А здесь ветра нету, да? Между гор. Так, сегодня еще продолжается сильный ветер. Вчера он был весь день. 27 метров в секунду. Порывы. Здесь хорошо. На солнышко выходишь, прям припекает. А в тенечке хорошо, прохладненько. О, смотри, какая каменная глыба. Есть какие-то еще тропинки, подходящие от самой дороги, но мы пойдем по дорожке. Это был какой-то якорный ущелье, я помню, ходили. Да. Но только туда выхода нет, только туда заходишь и назад идешь. Ой, забыла, как называется. Ну, какая-нибудь опять якорная щель. Нет, нет, ущелье Дантово, ущелье. О, есть у меня еще память. Какое отношение к Данто? Ну, Дантово ущелье. Не знаю, какое отношение. Розы. Какая-то стелла. Сумароков. Граф Сумароков. Эльстон. Генерал-адъютант, генерал-лейтенант. Ромашевский, доктор. Они что, здесь умерли?
и доктора. Что-то еще есть. 50 лет Псикопским минеральным водам. В 1864 году организованы были. В 2014 году поставили эту стелу. Да. Это, видимо, доктора, инженеры. И что их здесь похоронили, видимо. Всем потрудившимся на создание курорта. Сделали они. Спасибо огромное. Да. Девушка на флейте играет. Ой, какое место красивое. Вот мы сейчас как раз в брод заходим. Вот, Дантовое ущелье. Памятник природы Дантовое ущелье создан с целью сохранения объекта. Длина ущелья 100 метров, ширина от 2 до 8 метров. Дантова лестница. Вот мы входим в это ущелье. И здесь бежит маленький-маленький ручеек, который когда-то и размыл это ущелье. А он кто-то пытался покрыться с этим рисунком. Ленин. Надо же. Живее всех живых. Что, подъем? Это, мне кажется, тебя снимает. Ну, нет. Уверена? Вот. Ну что, поехали. Ну, пойдешь наверх? Да, почему нет? Ты сомневаешься, что ли? Ой, какие гладенькие ступенечки. Опять шпагат не получится у тебя. Шпагат нет, не получится. Ой. Надо же, как выдрубили. Мягкий такой камень. Да, мягкий камень. Ну, известняк, наверное, да? Конечно. Как ручеёк и бежит. Николыч, ну, чтобы руку жене подать. Я тут опять в полушпагате. На самый верх пойдем. А в прошлый раз мы наоборот оттуда шли, а здесь спускались. Но по этим гладеньким ступенькам они такие гладкие. Я думаю, что скользко было бы спускаться. Опасней. А здесь сухо, здесь хорошо. Такой камень. Гладенький. Там, там пойдем, там, ну, хорошо, там красиво. Ну, да, да. Как вы говорите, эпично, или как у вас там по молодежному? Так же, как и вы. Так же, как и мы. Один в один, не представляю. Ты что там? Как будто куришь, сидишь.
Не пугай меня. Вот тоже в дождь. Представляю, какая тут вода, как поднимается высоко. Полную щель, наверное, воды. Не в дождь, а в ливень. Хорошая зарядка для хвоста. Что там вычитал? Папоротник хвой считается многолетним лекарственным растением. Дальше длинно рассказывают, что в древности он помогал. Не пишут от чего, но помогал. Фух. Это песчаниковые скалы, оказывается. Даже песчаник. Я думаю, известняк. Мы в город изумрудный, идем дорогой трудной. Идем дорогой трудной, дорогою прямой. Не прямой. Да. Хоп. Так, тропинки, уходящие вправо. Тропинка вверх. И дорога сюда широкая. Ну, идем. По широкой дороге. Дорожка вниз пошла. Дорога широкая, отсыпана. Идем. Мухи не кусают, комаров нету. Отлично. Легкий ветерок. Да, легкий. Ох, упали деревья. Ветерок поднялся по верхушкам деревьев. Слышно, как шумят листики. Мы спускаемся вниз. Я думаю, что это мы придем туда же, откуда пришли. Я вообще думала, что в другом конце города выйдем. Где-нибудь часом в секторе. Скачи, 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 скачи. Равновесие держит. Камушек, наверное, попал. Ну, туда дорога такая отсыпанная. Идешь немножко скользко, особенно вниз туда. Вниз идут вот такие ступени. Это к мосту, где мы перелазили через забор. А внизу вот оно, Дантовое ущелье. Оно, в принципе-то, небольшое, коротенькое. Сколько метров? 50, наверное, 70. Хорошо, такие ступеньки. Перила есть. Очень удобно. Вижу очень много людей возрастных. За 70 гуляют. Гуляют с палочками. Просто под ручку гуляют с дедушками, бабушки. Так что здесь все замечательно для отдыха. Михалыч ждет меня в беседке. А я туда не пойду. Вот туда пойду. И по ступенькам вверх поднимаемся на гору Петушок, на скалу. Михалыч как пропеллер, как будто он прет и прет в гору. Ой, смотрите, какая красотища. У меня уже все в затылке кипит все. Ну и мы, как обычно, умные люди, в машине оставили воду и термос там же. Ну типа придем, покушаем там. Но воду-то надо было взять или пустую бутылку. То так-то источники есть. Там был источник, народу было очень много. Прям очередь стояла. Я тебя вижу. Помаши маме ручкой. Я говорю, меня оставляешь? Сам где-то вперед-вперед уходит. А вдруг не сплохеет, например? А ты далеко. А горы все круче. Не, а горы все выше, а горы все туче.
Туда ли мы идем? Мне кажется, мы вообще вот там скала это. Фух. Вот он меня подождал и опять вперед из песни. Фух, друзья. Вот сейчас как будто бы открылось второе дыхание. Уже полегче иду. Ой, не знаю, наверное, ветер вас задувает. Не услышите меня. Слышно трассу М4 до Джубги. Там шумит, шумит. Если бы трасса не шумела, мы бы речку услышали. Перекаты. А тут мы вышли к канатной дороге. Год назад ее открыли. Народ поднимается. В креслах. Так, Михалыч куда-то вышел. Ну да, мы не к петушку пришли, это точно. Я поняла уже это давно. Потому что там была одна дорога, бетонные ступеньки, а мы по каким-то тропкам идем, идем, идем. Так что мы не там, куда хотели. Хоп-хоп-хоп. Ну что? О, народ едет потихонечку. Ой, не запинаться, пожалуйста. Так, а здесь? Страшно? Вон станция. Ну не, мы туда не пойдем, я тебе говорю, петушок, и вон там остался справа. Дубы тебе. Ох, правда, тропинок натоптали и туда, и сюда, и на перерез. Это же вообще... Где животным тут ходить? Только люди везде. А мы были тогда то ли осенью. Да, наверное, осенью. Уже людей столько много не было. Вообще... А, вот он, гора Петушок. Я уже ее вижу. Сейчас мы на нее поднимемся. Все правильно, мы идем. Не гора, а скала Петушок. Называется. Хорошо тебе? Очень. Я рада. Вот это яма. Как так? Это что за провал такой? Ой-ой-ой. Саша, почему это так получилось? Ну как было дерево? Это взрыв какой-то был? Друзья, кто знает историю возникновения этой ямы? Это как так вообще? Там... Ну, это не водой, тут в воде неоткуда взяться. Вон там пропасть. И с той стороны тоже пропасть. Надо же. В интернете поищу. Вдруг кто чего напишет. Смотрите. Вот это, да. Интересно. Слушайте, а в горячем ключе не было... боев Великую Отечественную. В Туапсе, я знаю, есть. Смотрите, какой-то дзот. Нет, дзот. И вот тут какой-то крышка-люк. И здесь тоже. Ой, мне страшно. Саш, ты понял, что это или нет? Ой, я боюсь. Да, вот он. Вот она, лестничка. Чудесничка, которую мы искали. Нет, ты понял, что за сооружение тут, Саша? Конечно. Ну, что-то, конечно, расскажи мне. Ач. Смотрите, какой гладкий камень опять. Как бы не упасть с него. Я, наверное, зря по верху пошла. Скользко, хочу сказать. Это, знаете, как песок с глиной застывший. Я не туда, да, пошла? Ой. А ты заметил, птицы не поют. Вот сейчас одна только запищала. Ну вот. Вон беседочка. Беседушка. Тут водой размыла.
Ну вот мы и вышли на эту скалу. Внизу огорожено. Внизу на речке купаются. Ой, там глубина, наверное, да, смотри. Ну, может, она пешком идет? Тут прям бережок, смотри-ка, что. Хорошо. Михалыч 2 года мечтал. Говорит, свози меня в горячий ключ. Мороженое ты мне купишь. Идет, ест свой пломбир любимый. И сколько раз я ему предлагала за это время. Поехали в горячий ключ. Не. Опять поехали. Не. Потом опять говорит, ты меня не кормишь мороженым в горячем ключе. Что? Сказать что-то хочешь против меня? Это бесполезно. Почему? Нет, скандал не нужен. А что не так? Ну, ты постоянно пропадаешь. Как не снять такую красоту, смотрите, друзья. Вот это гортензия. Чудесная. Если эти улицы возле реки... О, кисонька. Лежит. Вот их как раз и топит эту низменную часть. Вон тут дома такие добротные. Улочка приятная, все асфальтированное. Город. Вот новостройка. Поверните налево. Ну поверни налево. Участки маленькие. Наверное, стандартные 6 суток. А почему мы идем в ту сторону? Там есть еще один пешеходный мост. Потому что я не хочу опять лезть, позориться, корячиться через эти перила на мосту. Они мне выше груди, эти перила. Ну так, по шее, наверное. И мне приходилось там карабкаться. Ноги ставить некуда абсолютно. Руки тоже зацепиться. Но руками ладно, ноги некуда ставить. Тяжело. Я говорю, это снимать надо было, как я лезла. Левую ногу легко подняла, все хорошо, перемахнула через перила. А вторая нога, которая правая, ни в какой не хотела, она мне гнуться в обратную сторону. Вот такие дела, друзья. Поэтому Михалычу говорю, там где-то мостик есть пешеходный, пойдем найдем его. О, тут брызгает живительная влага. Ой, как хорошо. Мы 40 минут шли. Пришли, а тут тоже мостик заваренный. Михалыч ржет. Ну как так, а? Что, они все аварийные, что ли? Это поди после наводнения, снесло их. Ты здесь точно не пройдешь? Нет, конечно, я и не пойду тут. Не пойдешь? Вот тут есть тропиночка, пойдем. Пойдем, там пляжик, там вброд ходят. Ну посмотрим, к речке спустимся.
там еще одна, это остров. И за островом еще одна протока. Фиг его знает там, какая глубина. Давай хоть водичку потрогаем, да? Там, конечно, глубже уже будет. И куда мы там пойдем? Никак. А трассу-то вон она, не видно. Ой. Папа, водичка какая теплая. Саш, потрогай. Нет, ты потрогай. Вон рыбки плавают. Потрогай. А я думаю, как так люди купаются в горной реке? Обычно на Алтае это горные реки. Жирные? Вот у тебя руки жирные, наверное. Рыбки, смотри, мальки. Так поди вот так тропиночкой будет вдоль речки. Пойдем? А? Тропиночка поди будет вдоль речки. Вот у тебя сегодня путешествие, приключение. Повезло мне длина. Зато я не ною иду. Да? А то бы сказала, Михалыч, возьми такси, давай уедем вокруг. Все бы расчетливая, все бы рассчитала. Так это же неинтересно из пункта А в пункт Б. А так будет что вспомнить, есть о чем поговорить. Разговор завязать. Драку. Вот тоже все смыло тут. О, слушай, а там снизу капуста что-то резко. Теплое там. Эхо. Вымыло все рекой. Ну что, идем по тропинке. Смотри. Хорошая тропиночка. Вот под соснами идем. Тут палатки можно ставить. Красота. И под каждым ей кустом. Я про туалет. Вон трасса. На трассе у нас где-то там машина стоит. На стоянке. Слушай, хорошая тропиночка. Вон люди ходят. Бабулечка какая-то. Или дедулечка. Да. Вот стадион еще один. А может еще мостик есть? Мы в город изумрудный. Идем дорогой трудной. Смотрите, какие сосны. Какой-то дядечка ходил тут. Бомжика. А, дождался сосны. У него спросили, мост есть? Он говорит, да, вот есть возле мебельной. Мы говорим, так он сломанный. А он говорит, нет, там дальше еще есть один. 200 метров и будет мост. Но он точно должен знать, потому что он тут ходит, бутылки какие-то собирает. Дорога нам намекала. Нет, не в ту сторону иди. Не, а тропинка, смотри, какая качественная. Вон там, смотри, какие эти. Да, эти. Камушки, перекаты. Даже искупаться мне не дает. А купальник в машине. И тут берег сильно крутой, мы посмотрели уже. Там даже бетонными блоками все закидано, чтобы не размывало, чтобы на трассу вода не шла. Вот мы идем по дорожке между рекой и мебельной фабрикой. И надеемся, что тут будет добрый мост. Та-да-да-дам! Синий мост. А теперь от моста нам опять шпехать до машины. Столько же. Минут 40 вдоль трассы. Да не, меньше. Вот обычно умные люди, они всегда так делают. Блудят, блудят где-то. Потом возвращаются. Мы что, купаться не будем, что ли, в речке? А? Конечно. Вот домик на берегу реки. А вот там, скорее всего, глубина. Вон дяденька плывет. Здорово. Ну как не рассказывай, я плавать хочу, купаться тут. Когда потом? Надо сегодня купаться. Да мне так и кажется, что вот где автобус стоит. Ну прям, нет, гора была впереди, все правильно. Это мы с тобой огородами ходили, там-сям поворачивали.
поэтому долго. Я ведь увидела эти ванночки. Смотрите, вот они знаменитые. Вот точно такая же река в Абинске. Абин называется. И вот так глубоко идет между камнями. Проплываешь. Водичка теплая. И, кстати, камни, знаете, не острые, они уже обточены водой. А я сама поднимусь. Ой, от реки такой запах свежести. Как здорово. Вот люди все в ванночках в этих сидят. Массажи. Здорово как. Это мы по тропинке заходили, смотрели, увидели. А наша стоянка еще, ну, минут 5, наверное, идти. Счастливый? Очень. Ежевика везде. Но кислющая страшно. Я снова вижу тебя, я снова вижу тебя.